Данное видео посвящено нескольким локациям. Ну, а когда вы спуститесь, например, по Чкаловской лестнице вниз к Нижневосской набережной, с левой стороны, метрах в 100, вы найдете памятник российскому императору Петру I. Был он установлен относительно недавно. Ну, кстати, к этому памятнику можно и выйти, когда вы спустились по маршруту номер 1 со стороны Кремля. Выход как раз вот напротив вот этой вот башни. Дальше памятник катеру «Герой», который входил в состав Волжской флотилии и во время Второй мировой войны участвовал в боевых действиях. В частности, он прикрывал переправы через реку Волга. Это наша знаменитая Чкаловская лестница, или можно знать еще и лестницей здоровья. Ну, а эта скульптура, которая появилась недавно, обозначает, я бы сказал, нижегородского оленя, то есть символ города Нижний Новгород.